вспомнить, кем я был. Не самый хороший человек, это уж точно. Но даже таким, как я, жизнь дает шанс. Какой-то момент. Померк. Мы умерли. Я не знаю, что случилось с Катериной. Она заслуживала лучше. Я же хотел сражаться. В мире, но раем и адом я сражался с демонами. Мне пообещали, что мы с Катериной встретимся. Но это... Ангелы и демоны обманули меня. Отсюда выхода нет. В аду нет такого понятия, как отсутствие боли. Когда ты решаешь, что все закончилось, боль становится только сильнее. Тебя тоже. Умри! Боюсь, это понятно. Но ты же хочешь вернуть Катерину. Я приведу тебя к ней. Где-то я это уже слышал. Смири для меня на 7 миллионов душ, и ты воссоединишься с любимой женой. А почем мне знать, что ты не лжешь, как они все? Сборщика налогов ты не тянешь. 7 миллионов душ. За твою любовь. Почему ты мне помогаешь? Потому что ты чудовище. В битве с владыками ада ты должен был погибнуть 1000 раз. Но ты все еще жив. Тебе здесь не место. Ты нарушаешь равновесие. 7000 душ, Дэниел. И ты найдешь Катерину. Thank you.
Yeah.